Мотор! Чуть пониже голову. Идет. Стиги, чуть пониже голову. А, вот так. Нет, ну, за... Камера. Ниже по канату просто. За канат прячешься. Камера. Сейчас поехал, можно. Есть. Сцена 4.70, кадр 1, дубль 1. Начали. Выверить можно, можно поверить гармонию алгебры, что ерунда. Эта метода не прав, Сальери. Просто тут нужен особый дар. Все совершенное в мироздании математически решено столь безупречно, что созидание ищет проекцию из кино. Есть идея и зерно, есть событий волокно, есть процесс и сверхзадача, чтоб связалось все в одно. Паровоз не так давно сквозь экрана полотно дал отсчет координатам математики кино. Архимед и, конечно же, Лейбниц. С ними Декарт, Лобачевский, Ньютон, а Пифагор и пифагорейцы задали свой исторический тон. Век с небольшим дал учителей верных. У синематики мэтры своем Эйзенштейн, Тарковский, Бергман, Чарли и братья Гюст и Луи. Все вполне естественно. Где Феллини, там вино. Ну а если Куросава, значит, в кадре кимоно. Рви топер, форте пьяно, ибо удивительно иллюстрирует музыка математику кино. Начинаешь нервничать. Может, да? Темную руку? Идиот, ты что делаешь, да? Юр, может, не одеть? Стена летит, а? Одеть куртку демона, чтобы его тоже подставить. Да ладно там. Не надо. Окей, все, очень крупно берем. Едем. Надо гнать, понимаешь? Пусть это что-то мелькало сзади все. А ты не идешь по настроению. По прямой прямо. Так, внимание. Сереженька. Давай, пока у нас есть еще относительный свет, давай мы снимем прощальные кадры с этой машиной Дока. Поехали. Сережа, будешь готов? Скажи, я готов. Начали. Все, начали. Я готов, поехали. У нас камера работает. Машина готова, ехать. Поехали. Камера работает у нас. Сергунь. Ты видел? Да ты что, бы. Там его заюзило классно. Да. Стой! Господи, да остановись! Стой! Машину, говоришь, в лепешку надо. Остановись ты, придурок! Объявляйте обед, все. Группа обед! Я думаю, что весь наш мир – это математика. Потому что любая бы из наших планет, вращаясь быстрее или медленнее, нарушила бы гравитацию, и нас бы и Солнечной системы не было. Но это божественная математика, а я хочу сказать о математике кино. Да, есть такая, мне кажется, математика – это математика творческой интуиции. Любой фильм или сериал я начинаю, держа в руке секундомер. Секундомер дает мне возможность точно определить рамки серии или фильма. И в то же время творческая интуиция дает возможность точно распределить драматургию фильма. То есть тут должна очень быть точная дозировка. Дозировка интриги, дозировка любви. Эпизоды должны очень точно идти один за другим, давая возможность зрителю или расслабиться, или наоборот сидеть в напряжении.
Маша. Пожалуйста, несколько слов для телекомпании «Тонус». Ну, что вам сказать? Заглух, несмотря на то, что вы... в данном заезде участвовали опытные гонщики, вы пришли первой. Расскажите, пожалуйста, кого ты как вам это удалось? Что на этот раз? Да что, не видно, свинка подрезала? Явились. Опять эти друзья Золотого. Фу, пылище. А вот и наши юные друзья. Только почему такие лица скучные, а? Ну, братцы, вы же не ралли проиграли, а всего лишь тренировочный заезд, а? Парни, да сколько у вас еще этих заездов будет? Сколько еще побед? Вот, и как обычно, вашему железному коню мы сделаем маленький технический осмотр. Все понятно, да? Ну, Николаевич, поможем ребятам? Сергей Евгеньевич, ну обижайте, все сделаем по высшему пилотажу. Ну вот видите, ребят. Своей главной задачей я считаю собрать творческую группу единомышленников. Первое – это оператор-постановщик. Второе – художник. Третье – художник по костюмам. Ну, поскольку у меня фильм трюковой, то и постановщика трюков. Но самое главное – актерский ансамбль. Вместе мы ищем и находим правильное решение, точный ответ буквально по любому эпизоду фильма. Например, такого блестящего актера, как Валерий Золотухин, достаточно было ввести в атмосферу маленького провинциального городка, показать улочки, Волгу, церквушки, и образ его героя был раскрыт в необходимой степени. А вот одной сугубо театральной актрисе пришлось предлагать более приемлемые ее характеру и темпераменту условия, чтобы поднять ее на другой уровень и вовлечь в специфику и ритм кино, используя определенные приемы, так как времени на репетицию у нас не было. Иными словами, добиться необходимого максимума накала в крайне важной сцене. Значит, я делаю так. Это тебе за Диму. Это все. За всех. Все, поймал уже это самое. Уже они тут? Да. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Думаешь, на тебя управы нет? Есть. Я в область поеду. Ударила, все. Уже ей надо выговориться, ей надо сказать. Значит, тут же рядом со мной сидящий сын, если он это увидит, он скажет: пап, ну что за шняга? Я ему должен объяснить: сынок, это кино, а в кино у нас бывает всякое. У меня жена, заслуженная артистка, до сих пор говорит: почему это он так? Маська, это кино, блядь, привыкни к этому. Как только неправда, это видят все. Я согласен, абсолютно. Значит, нам это надо решить, что и как происходит, чтобы удобно было всем. Абсолютно. И актрисе, и нам, да. И удобно зрителю, который это будет смотреть. Медленно, бац. Я встаю на это. Стоп, стоп, вы чуть подальше отойдите, чтобы у вас был немножко разбега такого. Так. Вадим, еще дальше, ты догоняющий. Нет, вы отсюда. Так, можно? Начали! Это за всех остальных! Давайте снимать, я больше фиксирую. Ну, а я же не так у меня будет держать, я же не знаю, что... Ну, давайте, хорошо, давайте снимать. Ее снимаем? Да. Пишите. Так, приготовились, начина на площадке съемка. Вот тебе, это тебе за Демина, это тебе за всех остальных. Убил мальчишку, ребенка за руль посадил. Свои грязные делишки хочешь детскими руками сделать? Хочешь? Думаешь, на тебя управы нет? Да есть! И я в область поеду. Если надо, я до Москвы дойду. Помимо большого творчества, кино на самом деле является, на мой взгляд, очень точной наукой. Применительно вот к моей работе актера, я всегда стараюсь тоже рассчитать и эмоции, и внутренние психологические коллизии того персонажа, которого я изображаю. И мне это интересно, потому что вот у любого персонажа, будь он отрицательный герой, будь он положительный герой, будь он взрослый, будь он маленький, у него есть своя реакция на то, что происходит вокруг него. Те коллизии, которые он испытывает, чувствуя или предчувствуя что-то происходящее с ним. И представляете, как здесь интересно очень тонко сыграть ту или иную эмоцию,
ту или иную реакцию, то или иное желание. И в общем, конечно, мы решаем вот эту формулу, формулу успеха нашего фильма. Приготовились, тишина на площадке. Можем. Мотор. Камера. Я только вас отмазал от драки в дискотеке, вы опять за своим. Да там. Ничего, просто обрыв на место поставить. Про драков я понял, но я слышал, там у тебя кто-то на место поставил, а? Одним ударом вот отправил. Неужели правда? Я бы попробовал. А я думал, ты с ними один справишься. Это я с тобой могу справиться. А ты у нас даже из машинки не были, что очко жившее. Так, все, хватит. Цена 20-15, кадр 1, рубль 1. Ну хорошо, это я все понял. Но все-таки что там у вас случилось в мясной лавке? Я только вас отмазал от драки на дискотеке, вы опять за свое. Да там... Ничего, просто абреков на место поставили. Про абреков я понял. Но я слышал, там тебя кто-то на место поставил, а? Одним ударом в аут отправил. Неужели правда? А ты сам бы попробовал. А я думал, ты с ним один справишься. Это я с тобой могу справиться. А ты у нас даже из машинки не вылез. Что, очко жим-жим, а? Ну все, хватит. Хватит. Поезжай, привези мне этого чемпиона. Я хочу на него посмотреть. Давай. Вот тут у тебя дыра непонятная, Игорь. Провал в работе. У нас есть персонаж какой-нибудь, нет? Егор, у нас есть какой-нибудь персонаж? Ты видишь, все заставлено. Ты нарушил заставление. Что там? Ты сказал, что за рулем будет себе... Ну подожди, ну ты привязался к какой-то ерунде. Ты прешься. Вот этот вот как машина идет, идешь вам ходом, делаешь раз на свою метку, резот, два на свою метку, три и четыре. Здесь стоп. Значит, теперь что надо? Чтобы они поставили камеру и чтобы у тебя была рация, тебе команда. Команда. Когда руководит Дорофеев, это все, это значит, все будет нормально. Все, садись на Вольву и езжай туда. То есть ты самый здесь? Конец. Да. Так, еще раз, ребятишки, я заезжаю первый сюда, правильно? Да, вот место. Первый. Да. Все. Приготовились! Можем. Начали! Камера! Очень хорошо, елка, идете. Вот он нормально. Чуть-чуть держи. Ты хорошо. Огурец, ты убежал в другую сторону. Иди еще. А мы решили вот так. Не-не-не. Елкой. Елочка, идите. Елочка, я и хотел так. Мы раньше вот этим мудакином сбили. Я говорю, первая машина вот так, а мы по бокам. Потом. Не-не-не. Сережка, смотри, как зацепить. Первая машина раз, вторая, два, три, четыре. Да, да. Двигай назад, да, ребята. И так и подъезжай. Блин, рано поехали. Ладно, едем. Я же как, я смотрю долго и сходу переключаю на твою, когда вижу, и что он начинает поворот. Я рано немножко поехал, недолго не было машин. Ну как же так, ребята, мы же поднимаемся, ну что же это фигня? Нормально, у нас хороший, отличный дубль был, проезд отличный. А чего в кадр-то полезли? Без кадра людьми приказали. Да ну бог с ним, я переключаю. Мы же переходим на этот кадр. Мне дальше не надо, я вот здесь могу. Ты работаешь только до сюда, понимаешь? А дальше... Это же не по кадру. У меня нормально. Не очень так. Было время разбрасывать камни. Теперь пришло время собирать их. Ты приготовил неустойку? Слушай, брат, произошло досадное недоразумение. Мне нужны сутки. Всего сутки. Я устраню эту оплошность. Зачем нам война? Ты прав. Только долг платежом красит. Всем стоять! Вы окружены! Оружие на землю! Чемпион! Ты жив еще? Жив! Назло тебе жив! Нет! Ты уже мертв! Я сам с ними разберусь!
уравнение, их систему. Право не просто решать всегда, вычислить всех неизвестных членов и безошибочно роли раздать. Вот и сценарий, и цепь событий, функции выбраны, кто артист, кто костюмер, гример, осветитель. В титрах откроется этот лист. Но до титров дел полно, что там в кадре быть должно, где запрятать микрофоны, где дать светлое пятно, как снять сцену в казино, где зеленое сукно, чтоб недорого, в том тоже математика кино. Движения не любят поспешно, драматургии крутые дела. Вечно высчитываем погрешность и извлекаем корень зла. Дубли растет прогрессия в муках, чтобы игра не была как игра. Истину ищем в жестах и звуках, постигаем степень добра. Почему герой в окно вылезает не смешно? И по что в постельных сценах героиня как бревно? Что достойно, что грешно? Чудно что, а что чудно? Нам поможет разобраться математика кино. Я фанат кино. Работаю в кино с 68 года. Люблю это. Эту заразу кино. Поэтому в сегодняшний день, когда у нас, к сожалению, в Молдавии нет кино, я работаю сейчас в Москве. Сцена 2, 54, 84. Камеру берем. У меня все хорошо. Я в кино делаю все, потому что это моя жизнь. Без зазрения совести я могу подать чашку чая актеру. Это моя жизнь в кино. Сцена 3, 20, кадр 1, дубль 1. Стоп! Спортом я начал заниматься лет 12, дзюдо, город Выборг, секция «Спартак» такая у нас, она до сих пор существует. Затем уже занялся самбо еще дополнительно, когда начал уже служить, точнее учиться военным. Где-то в курсе на третьем увлекся рукопашным армейским боем, выполнил норматив мастера спорта. В 97 году в Питере появились первые бои. Без правил, которые транслировались, такие широкомасштабные. Я загорелся, увидев это, и в 98 году я первый раз выступил. И с 99 года, грубо говоря, можно сказать, я уже начал свою карьеру профессионального бойца именно по боям без правил. Профессия актера, когда она занималась? Знаете, впервые вообще в кино, в эпизодах, меня пригласил сниматься каскадер один питерский. Это были сериалы «Менты», «Агент национальной безопасности». И с тех пор потом было приглашение от Бодрова, когда он снимал свой фильм, первый фильм «Сестры». И после всего вот этого у меня было первое такое серьезное предложение от Страхана Дмитрия Михайловича Страхан, где я снялся в главной роли. Фильм называется «Темная ночь». Это полнометражный фильм. Где я буду лежать? На кучке. Вот здесь камера. Вот смотри, когда вы сюда вылежали вдвоем, появляется Золотой, я же внизу увидеть и вас. А не обязательно падать?
Поэтому я предлагаю, ребят, давайте по шагам пройдем сразу это все, медленно, с падениями, совсем-совсем. Нет, я предлагаю, Нет, ты же понимаешь, если ты на встречном движении на ринге получаешь, на встречном, ну иногда же вы же отметаете. Ну нет, здесь можно есть. А? Поле удара. Стой. Держи, это рука тебе ранена, как я ей держу. Вот, смотри. Точно замарашка, Андрей. Вот, к виску. Да. Так, раз. Вот с той стороны. Раз. Тут еще и этот подоспел. Еще и вторую цитулку немедленно. Пум. Я бы максимально бы брал бы сейчас, вот вниз, и вот так вот прямо детали ударом. Давай еще вообще снимем, мастер, на всякий случай. Давай еще один мастер. Он не нужен, я все равно буду. Смотри, я просто тебе объясню, обязательно же будут посадки. Подожди, а если мне вот поймать ее? Да не надо, ловить это плохо, это не эффект. Не читает. Дай руку. Вот, так, согнулся. Еще раз тогда. Ну, давай тогда два раза сломаешь. Так, давайте. Давай. Все. Будем снимать еще раз. Володя. Выбегаешь, прыгает. Бьет шерифа. Наставляю на него пистолет. Да. Андрюша. Бьет меня раз, стреляет два. Андрюша, сейчас падает. Тебя нет. Его сейчас прямо нет. Пистолет. Сейчас Андрей, отдельно тебя. Андрей, ты же лежишь здесь. Все, давай. Приготовились. От света отойди, пожалуйста. Готовы? Готовы. Чуть назад. Тишина на площадке. Я. Камера. Есть. Начали. Вот так вот чуть-чуть зажмешь, и она вытечет. Еще раз покажи, как. Вот так вот сделай. Давайте, ребят. Взрывая. Yes. Фейс в кадре. Ниндзя. Вот так вот. И тут. Так, выстрел, бах, отбрасывается. Тихо. Бочко не надо делать ничего. Нырок. Шаг, а тебе уже надо хитро его взять, или кто-нибудь подаст из-за кадра. Подаст кто-нибудь. Тишина на площадке, камера! Есть? Начали! Па! Стоп! Тоже, кто-то блин, там влез со света. Я играю телохранителя, главного героя по кличке Золотой. Моя кличка в этом фильме – Туловище. Вот. Ну, я спортсмен, поэтому вот и Туловище. Занимаюсь бодибилдингом, выступаю на соревнованиях, чемпионате России и так далее. Уже места какие-нибудь занимали, призы? Да. КМС по бодибилдингу являюсь, серебряный и бронзовый призер Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, я абсолютный чемпион многих областей. Твери, Рыбинска, Ярославля, Иваново, Череповца, Вологды, Ижевска. Начали! Бей! Стоп, ну что ж ты, я тебя прошу, вот размах! Есть! Начали! Стоп, ну что ж ты делаешь короткий? Он уходит, и... Есть! Начали! Очень быстро ты сделал, я это не успокоил. А ты вот так чик! Вызы! Есть! Начали! Опустишь ты! Есть камера! Начали! Стоп, есть! Да, еще при этом являюсь певцом, пою. Лауреат первой степени нашего Ярославского городского конкурса вокалистов. Среди любителей без музыкального образования. Здоров ли, князь? Что приуныл ты, друг мой? Что ж ты так призадумался?
Али сети порвались, али ястребы не злы, и с лету птицу не сбивают. Возьми моих! Оператор сюда пошел, на телевизор, да? Как только она упала, сразу увидишь, камера сюда уйдет. Бери курку, бросил ее и стал. Камера! Так, репетиция или съемка? Съемка! Ваша героиня по фильму положительная или отрицательная? Ну, положительной ее, конечно, не назовешь, нет. В общем-то, это женщина, девушка, которую вообще должно быть жалко, потому что она изначально была неплохой человек, такая романтичная, верила в любовь, и потом, в общем, жизнь как бы поломала ее. Сцена 460, 24. Больше никаких боев. На сегодня все. Последние. Проверь кассу, сними все деньги. Удвоить охрану везде. Теперь главное. Сцена 460, кадр 3, дубль 1. Теперь я с ней вижу. Когда начнем действовать? Вадим! Через 20 минут. На ногах не сможет стоять. Вик, не придумывай ты ничего. Оденься и иди в этом саду. За Бога. Не придумывай ты себя. Ну, костюмы у нас были собраны за 2 недели буквально. Создавался образ вот как раз чижа и стервы. Стерва у нас была мотоциклисткой. Должна быть, ну, такая гламурная, сексуальная, и вот на ездить на мотоцикле. Сцена 3-28-2-2. Эй, девочка! Садись, подвезу. Ты что, боишься меня? Я не лесбиянка. Здесь, как правило, со своим партнером Сергеем Боком, который играет роль Сергея Евгеньевича. Это люди такие, знаешь, типа серые кардиналы. У меня роль его партнера Николаевич. Вот, шеф, все в порядке. Угу. Ну-ка. Сергей Евгеньевич. Хорошо. Порядок. Алло. Золотой ты наш Николай Николаевич. Все готово. Мы отбываем на родину. Нет, спасибо. Пора и честь знать. Это мы вас ждем с нетерпением. Ага. Ну, пока. Это серные кардиналы. Непонятно, чем мы занимаемся, что мы делаем. То ли мы сотрудники, то ли мы ФСБшники, то ли мы бандиты. То есть такие спрятанные за такой занавеси люди. И, ну, ты знаешь, она интересная роль. Да и тем более, когда ты играешь у таких режиссеров, как вот у музыки Юры, тем более, это уже у меня вторая работа у него. Конечно, очень приятно вообще работать с таким режиссером. А прям, как сейчас, что мы не знаем, сейчас мы... Пену подтаскиваем, пену ее засветим. Да я могу сказать, что мы, которые не укажут. Зачем? Да, лицо нам, отработать лицо надо. Ну, так тем более, если ты стенки не берешь, то какие? Что нам здесь? Разворачиваем пену. Да. Замер, хорошо. Значит, ты хлопнула, и в эту же секунду, так, раз, снизу заглядку, раз, сзади появляется. Да. Вот здесь оставь, кстати, здесь ты оставь. Там, бросай оружие, орешь! Бросай оружие! Да, и где же крупно давлю, да? Я могу так сделать, что я никогда уже ничего уже не брошу. Не-не-не, вот к виску, вот, чтобы вот. Вот так? Ты стой, голова с той стороны. Нет, просто чтобы у тебя рука, видишь, у тебя рука, я понимаю. Ну, все. Рука, нет, не надо, вот, смотри, ребят, когда ты не ставил, меня выбросить сразу. Пистолет, слушай меня, просто, смотри. Юр, я нигде не бегаю, просто появляюсь как тень. Да. Просто вот тень одежда, держи вдруг. Юр, можно посмотреть в камеру? Юра. Да. Пожалуйста. Так, Анечка, значит, сначала выстрелила, да? Не видно, да, то, что я... Что, ребят? Нет, не видно. Кто-нибудь сюда подойдите, пожалуйста. Начали! Пап, на него, вот его. Бросил.
первого сяду. Стоп! Начали! Борось пистолет. Стоп! А, по команде, по команде, да. Дубль 4. Есть. Готов, Юрий? Готов? Да. Камера! Есть камера. Начали! Серёжа! Брось пистолет. Шмякнулся. Смотри, ты делаешь так. Шмякать не надо. Не-не. Вот так вот делаешь. Ты делаешь вот так, мягко. Я на компьютере ускорю. Ты прямо с контакта. Головой не прикрывай. Как только... Да. Она может выскользнуться, а я допадаю. Юра. Серёжа! Да, да. Поглядываешь на неё и вот туда вот. Или на Вадима как бы. Понимаешь? Ага. Не все время на неё. Камера! Есть камера! Начали! Брось пистолет. Брось пистолет. Брось, я сказал. Все, Юра, забирай контракт мой. Все, отвратил дугу. Да, да. Я, ну, что, Андрюха? Я его просил, отлично. Вот. Все, иди чисти. Все. Андрюха, вот ты план. А мы все? Нет, тут все, да. Да, да. План Андрея. Все. В каждом человеке, а фильм в основном про молодежь, про то самое подрастающее поколение, мы искали какое-то вот нравственное начало, духовно-нравственное начало. Многие потеряны, они преданы сами себе, они не посещают школу, они увлекаются наркотиками, увлекаются какими-то бандитскими романтическими разборками там, и так далее, и так далее. И это неминуемо их влечет вот к каким-то криминальным структурам. Хороший, кстати, образ был придуман, что вот они все время в темном ангаре, в темных каких-то там коридорах, в темных каких-то небольших каких-то спортзальчиках. И вот постепенно то одна дверь открывается, идет свет оттуда, то другая дверь открывается, оттуда идет поток света. И в итоге они как бы осветляются. С приходом главного персонажа Андрея они вообще начинают смотреть на мир другими глазами. 353, кадр 1, дубль 1. Начали! Итак, все в сборе. Приступим к тренировке. Капан! Пошел, Володя! Пошел, иди на сцену иди. Иной, Андрей! А ты чего? Ну, можешь на тренировку. Вы работаете с молодыми актерами. Расскажите, как было? Трудно с ними? Нет? Они же начинающие? Нет. Работать... Ну, во-первых, мы отобрали очень много ребят из Ярославля. Очень много талантливых, способных ребят, которые даже впервые снимаются. Вот. Но тем не менее, с ними было очень легко и приятно работать, потому что они талантливые. Я же говорил, что искра Божья, если она есть в актере, то в дальнейшем процесс обучения это только шлифовка. Это как шлифовка бриллианта, когда он начинает блести. Обойди его со стороны ног. Вот так обойдешь, и как раз будет нормально. А ребята уже уедут. Во-во-во-во, угу. Вот так, хорошо. Так, давайте попробуем. Будет, да. Соответственно, вот здесь-то ближе. Нет, ну нет, это никто не знает. Когда? Ну, вот сейчас, вот, когда вы посмотрите. Когда скажут начали, мы просто да. посмотрим на них. И, да, скажут, и тогда пойдем. И ты пойдешь, да. Ребят, вы не волнуйтесь, с ним все будет хорошо. Ну, сейчас позднее время, и вас наверняка будут искать. Вы идите. А мы с Чижом присмотрим за ним. Волчок, ты где был? Я до детдома деньги достал. Какие деньги? Большие, я их в нашей спальне спрятал. Потом расскажу.
Очень, очень классная роль, мне очень она понравилась. Даже при первом, когда приезжал даже на кастинг, как бы очень сходится как бы со мной, тоже такой же хитрый, шустрый, всегда надо где-нибудь кому-то дюль дать, чем, ну, короче, очень веселый. Волчок, да, зовут тебя по фильму? А по твоему мнению, это герой положительный, отрицательный? Положительный. Думаю, положительный. Потому что, ну, не, в одном случае отрицательный, в другом положительный. В одном, потому что, как бы, помогаю как бы, своим товарищам, а в отрицательном, то, что, как бы, мы там по сюжету бьем учителя, ну, как бы, такие вот, то, что в драках мы, то, что происходит, вот это вот отрицательный, то есть. Это роль по счету какая у тебя в фильме? Это уже роль 12-й роль. А теперь мы возьмем интервью у нашего волка. Надо вообще, пацаны, машины менять. Либо шины новые ставить. Так, скажешь пару слов для местного Док-ТВ. Как ты мог так позорно проиграть? Что, нервишки сдали? Да пошел ты! Ой-ой-ой-ой-ой! То есть в этом фильме также играет ваш сын? Это одна из опять у него главных ролей, потому что все-таки 11-я картина. Но что интересно, теперь, как всегда, он играл в моих картинах, да, ну, мало того, то, что я еще являюсь и продюсером в некоторых фильмах, конечно, я его беру в свои картины играть. Но здесь почему-то теперь он в главной роли, я у него на подпевках. Ну, растет ребенок. Золотой приказал, чтобы все было хип-хоп. Машину надо изувечить. Изувечить так, чтобы и следа не осталось. Понял? Чтобы вдребезги. А? Что, расчувствовался? Ха-ха. Дружка жалко. Ха. Нелегко ему сейчас в ментовке. Ха-ха-ха. Закладывать не надо было. Понял? Я уже шутился, перешутился на эту тему. Ну, разве с таким лицом дадут играть приличного человека? Где-то, может быть, 5, может быть, 6 раз у меня были, ну, будем говорить, положительные. Вот, а в основном разные бывают роли. Бывает уж совсем мразь, подонок. Бывает человек запутавшийся. Но в основном, конечно, в этом коридоре. А вы сами откуда? Я родился на Урале. Город Губаха, Пермская область. А в 4 года меня родители увезли на Дальний Восток. Город Благовещенск, Амурская область. Граница с Китаем. И вот там я до 25 лет прожил. И потом был Петербург. Театральная академия. Театры. Я работал на Литейном и в Александринке. Вот. И вот уже 2 года в Москве. Театр Апарте. Начали! Как это символично? У нее завтра день рождения. Вот, вот машина. Сейчас не подъезжайте пока. Я в кино с 1988 года. Начинал на Беларусьфильме. Снял, наверное, картин 14 игровых, разных. Были разные режиссеры, молодые, старые, нервные, жесткие, злые. В общем, разные люди были совершенно. Потом ушел в публицистику, то есть длительное время работал на войне,
в Афганистане, в Таджикистане, в Иране, в Ираке. Сейчас опять в «Гром кино». Вот, то есть, конечно, мне все это очень нравится, мне все это очень интересно. Оператор – это глаза режиссера и продюсера. Камера, свет, хорошие мозги. Когда чего-то не хватает, кино не получается. Даже если иногда актеры не так работают, ну, камера, это можно спрятать, уйти можно. Вот. Поэтому вот так получается кино. Сюда, сюда, сюда. Вы здесь уже, вы уже здесь. Вы можете возиться, вот беседуйте, беседуйте с ним. А, вот вдвоем беседуйте, что-то вы поправляете. Машина подъехала, идет шериф, поздоровались с ним. Приготовились! Им. Камера идет. Камера идет. Камера идет. Камеру остановите. Да идет камера, пусть. Какие пацаны побежали? Ну, тут цена огромная идет. Блять, мне минут три еще надо, минимум, наверное. Хорошо, хорошо, договорились. Ну ты как, ну Вань, ну... Камера там, все, вспомнил детство, все, да, вот то, что на тебя воспитывало, все. Север в машине. Вот после этих слов закрыл и автоматом уже поднимайся, вот в этом состоянии, да. И он тебя будет, когда он подходит и говорит тебе, перелом основания черепа, ага, все, возвращайся в эту жизнь опять, понимаешь? Тишина на площадке! Что такое, ребята? Ну что за базар там? А смотреть вот сюда же, да? Куда да, я на смотрю? Нее, да. То есть камеру не смотреть сюда, да. Вот ниже. Сюда. Угу. Ну, на угол камеры, короче. Ребят, дыхание, все, все, все да, пожестче, да, все вот такие вот. Так, можем, да? Камера! Долго-долго. Стоп! Ну что, вроде было, ты знаешь, сейчас надо отработать. Я бы сейчас сторону отработал. Лежи-лежи сейчас. Есть! Сцена 4.50, кадр 1, дубль 3. Начали! Не уходи, не уходи, я же смотрю. У Юрия Музыки сложная задача. Ему надо держать все это в голове, как Эйнштейну. И видеть в общем всю картину, весь масштаб своего детища, своего, пускай там, 4-серийного, 8-серийного фильма, он должен очень четко просчитать по секундам. Знать, что в эту секунду выйдет машина, через 3 секунды выскочит каскадер, там ровно там 1 секунду он будет гореть, в это время идет стрельба, сверкают искорки от попадающих в бетон пуль. Посмотри, где-то ты поймал, говорят, прибор, я не знаю. Так было хорошо. Художник-постановщик, он строит кадр вместе с оператором и с режиссером. Скажите, а работа у вас тяжелая? Ну, нелегкая, скажем так. Ну, в плане физическом, может быть, и эмоциональном. А вообще работа доставляет удовольствие. За эпизоды непризнанный гений. Свой результат получил не вполне. Если зависит он от вычислений, то бухгалтерия здесь на коне. В этом поваришься, сведаешь сам. Методы разные, как не понять. Складывают и умножают таланты. Бездари любят делить и отнять. А когда завершено, пища разрешено, пусть лютует кинокритик, что, мол, полное говно. Тут мы веско скажем «но». Так у нас заведено, что не всякий понимает математику кино. Вычислим, что ж, неплохие шансы. Если есть сердце, разум, душа. Ну, режиссер, смелее решайся. Да, режиссер, вернее решай. Вот мы с условиями. Вот мы задачу и обозначили. Тишина на площадке, все приготовились. Мотор, камера, накали! Закрутить веретено, небо показать и дно.
и ответить на вопросы в этом фильме суждено. Все, что здесь сотворено, это вам посвящено. И для вас, любимый зритель, математика кино. Начали! Мы прибыли сюда, потому что до нас дошли слухи о проблемах с доставкой. Мы имеем в виду взрыв машины и гибель ваших людей. Куда ты едешь? Мы не можем больше рисковать. Да, это метод. Да. У вас все? Теперь послушайте меня. Мы взяли на себя определенные обязательства. И мы за них отвечаем. Что не ясно? Мы прибыли сюда, потому что до нас дошли слухи, что у вас проблемы с доставкой. Мы имеем в виду взрыв машины и гибель ваших людей. Мы не можем больше рисковать. Вынуждены расторгнуть договор и искать новый трафик. У вас все? Теперь послушайте меня. Мы взяли на себя определенные обязательства. И что? И мы за них отвечаем. Что не ясно? Мы беспокоимся, что... Да не надо беспокоиться. Не надо беспокоиться, господа. Поезжайте, передайте шефу, что договор остается в силе. Что, так и передать? А что будет, если у вас появятся проблемы? Проблемы в этом городе создаю я. На ваш взгляд, работа актера легка, трудна? Нормальная работа, как обычная работа. Я не считаю, что это супер трудная или супер легкая, как некоторые говорят. Что там делать? Вышел, там прошел, улыбнулся. Такая же работа, ну как, я не могу сказать, так же, как вот мой папа работает в органах правоохранительных, поэтому я считаю, ну так же. Хотя, мне кажется, у него даже сложнее, потому что он приходит, он постоянно такой, все, больше не могу работать. У него просто вот 8 часов, там 10, сколько у него там, да? А у меня такой ненормированный рабочий день, свое удовольствие. Если бы не нравилось, конечно, мы не работаем, потому что много забирает сил, энергии, время, личной жизни. Господи, Боже мой, это вы? Господи, Боже мой, хоть одна родная душа. Вы что, сбежали? Нет, я выздоровел полностью. И потому приглашаю вас к себе на чай. Работа каскадера по-разному опасна, и многие считают, что есть какие-то такие нюансы, которые вселяют в людей ужас и страх и так далее. Но мы уже привыкли, мы работаем, это наша работа, мы ничего другого не умеем. И самое опасное, что есть, это получение денег от продюсера. Вот это самая опасная штучка. Остальное все как бы мы привыкли. И как давно вы уже занимаетесь этим? Ну, это приличный возраст такой уже. Я солидно занимаюсь. Это где-то с 80-го года, 79-го, 80-го года. Читайте сами. Нравится вам этот фильм, в котором вы сейчас дублируете? Фильм не может нравиться или не нравиться. Его надо отрабатывать и делать, чтобы он понравился зрителям. Сцена 2.24, кадр 10, дубль 2. Да. Начали! Проверь давление в шинах и масло. Начали! Нет, нет, нет. Камера. Так, начали, качаем. Начали! Стоп, еще раз. Есть, начали! Начали! Вовочка! Бах! Начали! Стоп, снято, спасибо. Черт, он держа мой.
Это моя проблема. Тебе-то это зачем? И наша. Мертвые долги не платят. Есть! Идет? Да! Идет? Да! Начали! По ногам, по ногам! Брось пистолет. Брось, я сказал. Пошел. Золотой пошел. Закрывай. Конфетки налит эти детки для вас! Для вас! Устроим здесь бульбас! Ешьте сладкие! Пейте соки! Будете как вы! Настоящие соки! Стоп! Как у тебя, Игорь? Как у тебя? Нормально. Так, всем большое человеческое спасибо, съемка окончена. Спасибо всем. Рви бобер фортепиано, ибо удивительно иллюстрирует музыка математику кино.